все с калориями, девочки, мальчики. Хватит, буду продолжать без вас. Мои хорошие, я попрыгала зумбой полчаса, а сейчас хочу позаниматься вот с таким мячом пилатесом. Включила в ютубе и буду следовать ее всем советам, рекомендациям. Ну что, начали. Большие сокращения вовне. Предыдущее. Выполняйте движение медленно. Представляйте, что стакан до краев полный. Вдох вверх, выдох вниз. Одну клетку. Занимайтесь вместе со мной и оставайтесь дома. Друзья мои, всем привет! Отправляю Ашкыма за покупками и в банкомат. Деньги надо взять, отправить. Посмотрите, как я его снарядила. Очки, перчатки. Ага, аферинсен. Сказала, придешь, чтобы все вещи сразу в машинку будем стирать. Ашкым, нереги дёрсун. Ага. Вместе с вами контролирую Ашкыма. А нет, маску не снял Ашкым. Ой, добрый вечер всем. Сегодня после зумбы столько у меня было дел по бизнесу. Друзья мои, вы не представляете, что творится. Сейчас люди понимают, что такое наш бизнес. А особенно покупать, инвестировать в ценные бумаги, слов нету. Вот у меня была сегодня покупка моего партнера на большую сумму. Нужно было помочь ему все туда-сюда, да, расставить токены, и он уже сразу получил бонус. Ну ладно, вы не понимаете это. Кому интересно, можете обращаться, расскажу. Так вот, сейчас быстро-быстро на ходу сварила суп. Даже, видите, сегодня после этого некогда было привести себя в порядок. Представляете, что у меня сегодня на ужин? Я сейчас вам покажу и покажу, что я вот сегодня хотела помыть кухню. Представляете, вытащила все посуду, посмотрите. Вилки, думаю, прямой, но не было времени. Ну, а что делать? Сейчас главное деньги зарабатывать, как-то жить. Вот, присмотрите, приготовила я, значит, быстро из манки шипшак или шапшак. У меня есть в плейлисте. Это очень быстро, за 5-10 минут делать можно. И за 15 минут, в общем, полчаса вам понадобится, чтобы приготовить это печеное. Сейчас я покажу, что у меня сегодня на вечер. Вот так это выглядит, вот это вот в сыром виде, печеное. Так, друзья мои, это я приготовила сироп, в конце я, значит, лимон. Здесь я отварила курицу, мы сейчас перешли на отварное. Здесь у меня суп со шпинатом, с яичком вместе. Ашкым, приучила Ашкыма. И вот тут у меня, посмотрите, вот такой плов. Плов с болгарским перцем из булгура. Может, цвет не передает такой красивый, какой есть. Вот салфеточку уже можно выбросить. Так, мои хорошие, и я что сделала? Приготовила такую капусту. Приготовила такую капусту и вот приготовила вот такой салатик нам. Сейчас, мои хорошие, минуточку, я вам все покажу. В общем, Ашкым вышел, уже принес продукты. Вот, что там. Так, не кушает, а я сделала такой салат из цветной капусты. В общем, пошли мы кушать. Голодная. Было две партнерки. Устала. Проголодалась. Пошла я ужинать вместе с Ашкымом. Вот такое получилось это печеное. Очень легкий рецепт. 10 минут готовить и 20 минут надо запекать в моей духовке. Ну вот это вот съел Ашкым. Я съела два кусочка. Остальное мой Ашкым съел. И сказал мне сейчас, что очень вкусно вышло. Смотрите, этот рецепт на моем плейлисте «Готовлю дома». Шипшак или шапшак. Турецкие эти имена забываю я постоянно. Ну все, пока-пока вам. Всем привет, мои хорошие! Наконец-то сегодня я решила заняться уборкой на кухне, потому что погода... Погода знаете какая? Ну, такая ужасная погода. Утром солнышко было. Сейчас у нас под днем дождь был с грозой. А сейчас у нас солнышко опять. И я решила привести себя в порядок, как обычно. Зумба, зумба, зумба. Ой-е. Ну, маникюр сегодня не получится, завтра. Короче говоря,
Все это я сделала, привела себя в порядок, маску сделала. Последний день сделала эту маску, там же 5, на 5 дней капсулы. Посмотрим, мои хорошие, как у меня будет результат. Какой результат будет у меня, видите, намазала глазочки, все. Такую яркую помаду, уже не знаю, что, чем ашкема удивить вас. Ой, настроение надо себе поднимать, потому что настроение, блин, каждую минуту могут испортить, но... Нужно жить позитивно. Так вот, мои хорошие, что я хотела вам еще сказать. И взяла себя в руки, потому что в воскресенье не хочется ничего делать. Боженька, прости меня, я забыла, что сегодня воскресенье. А то бы не занялась этим делом. И, в общем, посмотрите. Посмотрите. Разбираю, вот этот шкафчик уже помыла. Оказывается, сколько барахла там. И вот Ашкым мне, представляете, помог сложить. Ну, вот этот шкаф сейчас я почищу. Больше не буду сегодня делать, потому что я забыла, что воскресенье. Ой, а в воскресенье нельзя работать и грешить. В общем, хочу сегодня заняться еще голубцами делать. Вот достала мои листья. Значит, я их кипятком обдала. Достала листья, кипятком обдала. Ждут своего часа. Сейчас надо начинку делать. Я не знаю, сколько здесь, блин, представляете, не люблю, а что делать? Хочется такое все, мясное уже надоело, хочется что-то с овощей сделать. Сейчас просто на минутку заглянула в свой компьютер, посмотреть, как там творится ситуация. После премьеры я даже не заходила, не смотрела на видео вообще, ну некогда, целый день пожусь по бизнесу. Заработала сегодня 120 евро бонус. Просто так, сижу с вами, пляшусь, бешусь и зарабатываю деньги. И вы еще, у меня такая радость, представляете, у меня 7000 подписчиков, все благодаря вам, большое вам спасибо, мои хорошие, за вашу поддержку, за ваше тепло, и даже спасибо тем злюкам, которые пишут мне негатив, но я им тоже благодарна, спасибо вам большое, будьте здоровы, будьте счастливы, я постараюсь быть такой, оставаться такой, какая есть, и радовать вас, заряжать вас своим позитивом. Ну что, будем продолжать работать, и вы будете продолжать смотреть меня. Никак не получается у меня выйти со Ашкымом в эфир, потому что в это время, вот целый день вожусь, вот не знаю, надо взять себя в руки и, вот, и уделить вам внимание, с вами пообщаться. Но я делаю премьеры, вот смотрю, не так уж много там зрителей на ней, проверяю, потому что... выйти в эфир, и вас не будет там, это будет очень жаль. И все-таки это первый мой эфир с Ашкымом будет. Ну, буду заканчивать сейчас. Надо доделать свои дела, убрать эти два шкафа и заниматься голубцами. Боже ты мой. Вот так мы с Ашкымом проводим вечера. И, конечно, нам уже не до эфира. Ашкым мне... Я его кормлю ужином, а он мне фруктами. Я занимаюсь своими делами, а он смотрит Survivor. Такая передача. Каждый день смотрит вообще. Даже на меня не смотрит. Ашка, смотришь он Survivor? Survivor без значимости. Смотришь, что смотришь? Вот так вот мы с ним сидим. Я на одном диване, он на другом. А что делать? По-другому никак. И кушаем. Устали за целый день с Ашкымом. У нас 9 часов, опять хлопали в ладоши. И уже это затихает процесс каждый. Оставайтесь дома, люди. Пожалуйста, друзья, оставайтесь дома. Это очень серьезно, оставайтесь. Фауст. На его реакцию. Бар системе мükemmel çalışıyor gerçekten Survivor'da. Fark. Ardan fark, kenardan başlıyor kırmızılar. Kalbim ağrıyor ya. Şunları seviyorum. Aşkım merak etme. Sinirlendiriyorlar. Снимал засек. А вы говорите, как мой муж не будет курить сигары, когда он нервничает так за Survivor?
Güzel attı, güzel attı. Вы знаете, что я похудела, по-моему? Портокал яшком, портокал. Еще благодарю. Портокал такой сладкий, Вашингтон. Сен, баскетбол джумусы, напишу. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки, написать комментарии и нажать на колокольчик, который находится внизу под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова